about a brand new Porsche. Cam did too, Cam did too. Thought about a brand new Porsche. Cam did too, Cam did too. Thought I met a bitch on tour. Cam did too, Cam did too. Dollar made a meal on tour. Cam did too, Cam did too. Здорово всем, друзья, с вами я, мистер Чир, и мы с вами продолжаем карьерку за вратаря в НХЛ 20. Извиняюсь, что в среду не было ролика, по семейным обстоятельствам ролик не вышел. Но сегодня все продолжаем по расписанию. Играем против... Ага, поражение от Пантерс, но мы играем против Вашингтона. Против Вашингтона играть интересно, поэтому полетели. Ну что, погнали! Трибуны... Вашингтон Кэпиталс радуются началу матча, а мы с вами будем радоваться, конечно же, только победе. Неплохой пас, обратный голкипер Ховард. Ховард играет в раме сегодня у Вашингтона. Ну, посмотрим, кто из нас окажется лучше. Сигейн. Передача до Радулова доходит, броска нету, но подбор от капитана Бен открывает счет в этой встрече, счет 1-0. Мы с вами повели, вот так вот, силовой прием против Радулова не помешал Бену подобрать шайбу и отправить в дальний угол ворот эту красивейшую шайбочку. Хорошее начало, главное не упустить его. Клинберг, бросок при входе в зону, неплохо. Бен, очередной бросок, добивание не получается. Хейсканин, удаление будет. Я побежал на скамейку. Не успел добежать. Передача, Павелски, обратно бросок. Ой, какая передача-то, броска, не дождались. Бросок, касание, подставленная клюшка, Ховард. Ховард реагирует. Хейсканин. И один в один, Эляш. Прям в нас. Первый бросок довольно-таки неопасный. Мы спокойненько его сейвим и начинаем атаку новой команды нашей. Бен, очередной бросок, добивание Сигина, шайба в ворота. 2-0. Счет 2-0, и мы с вами уже неплохо отрываемся. Недовольные болельщики Вашингтона и довольные болельщики Dallas Stars. Опять же, Бен протащил шайбу, а Сигину оставалось только попасть в пустые ворота. Ой-ой-ой-ой-ой, я даже не успел ничего понять, что сейчас произошло. И опять же, это же звено Бен забрасывает. Вроде после броска Сигина шайбу отбивает голкипер, ну и ошибка. Ошибка Карлсона привела к тому, что Ховарда расстреляли. Вот такое вот начало. Зачем было отдавать передачу через пятак, непонятно. Просто укатывать дальше и все. Но Карлсон накосячил и подарил нам третью шайбу. Хороший первый период, ничего я не могу сказать. Паник, передача, Карлсон исправляет свою ошибку, не вижу, где шайба. Взял. Кэмпни! Ух, какой бросок с развороту. Я думал, будет бросать Кэмпни, но передача пошла на Врану. И Врана довольно-таки красиво эту шайбу в ближний угол отправил. Давайте посмотрим на повторе. С развороту. Ну, честно, я не ожидал, что игрок так быстро развернется и сможет бросить. Поэтому я не ждал. И сразу же туда не откатывался в этот угол. Вот так вот, 3-1. Результативный период. Гранланд Овечкин, ловим. Проиграли вбрасывание, Орлов. Оши. Овечкин прямо в нас вошел только что. Закрыли, закрыли еще раз. Кэмпни, Оши. Овечкин. Закрыл, закрыл! Фух! Павелский, Клинберг, Орлов тут себя жайбу принимает. Сегин. Радулов перехватывает, передача дальше, это был Факса. Я думал уже Бен. Клинберг не проходит пас на пятак.
Паник. Бросок. Аккуратненько. Хинс на кэмьё. И удаление. Две минуты будет у Вашингтона. Паник. Барье. Врана. Ну и две минуты. Выиграем выбрасывание. Шайбу нужно просто выбросить. Не получается. Оши, бросок. Шайба у нас. Шайбу взять. Все. Фух, жаришка, жаришка. 11-10 по броскам. Счет 3-1. Посмотрим, что будет во втором периоде. Бросок с острого угла. Вот это да. Вот это начало второго периода. Барье. Катил в зону. Будет ли позиционная атака от Вашингтона? Кузнецов. Сэви. Карлсон, бросок, поставленная клюшка. Все закрыто. Закрытый этот угол. Гранланд. Закрыли. Не даем Овечкину забросить. Овечкин. Влетел. Овечкин будет сам бросать. Сейвим. И бросок Линдела. Нет, Ховард хорош сейчас. Врана. Вошел в зону. Передача Кэпни. Коньком. Коньком. Нет. 3-2. Ричард Паник забрасывает. Давайте посмотрим на повторе. Передача, бросок Кэмпни. Ну, я честно даже не представляю, как мне можно было сейчас засейвить здесь второй бросок. Но мы пропускаем. 3-2. А вот теперь вы мне объясните. Я отбил эту шайбу. Как мог он вот это вот сейчас произвести? У меня слов нету. Но он сквозь вратаря просунул клюшку и тогда только добил. Ну вы серьезно? Лейпциг. Передача на синюю. Кэмпни. Орлов. Оп. Аккуратно. Взял. Оше. Передача. Барье. Накрыли. Тихо. Фух. Касание, бросок, накрываем. Сейчас, если забрасывает Вашингтон, он очень сильно меняет ход игры. Поэтому забросить нужно именно нам! Да! Вот она и шайба. Отличный. Отличный щелчок от Хинца. Смотрим на повторе. Передача и сразу же бросок касания. Ховард не смог ничего сделать. Точнейший в девяточку. Павелски. На синюю можно отдать. Там один был игрок. Передача на пятак. Нету броска. 20 секунд осталось до конца второго периода. Мы с вами в атаке. Можно бросить. Алексеяк. Неплохо. Ну и все. Тикают последние секунды. Броска не будет. Накрыли его. Счет 4-2. Но второй период выиграли уже игроки Вашингтона. Или ничья получается. 20 по броскам. 17 у нас. Ну, неплохо. Погнали в решающий третий период. Главное не дать сломать игру Вашингтону. И тогда все будет хорошо. Радулов Сигину бы отдать. Сигин вошел в зону. Хорошо. Ну вот этот бросок, то ли наброс, не очень удачный. Кузнецов будет бросать. Подставленная клюшка. Радулав. Передача Хейсканину. Броска нету. Вот только сейчас Клинберг попадает в защитника. Удаление будет. Две минуты у Вашингтона. Ну нужно пятую забрасывать тогда. Реально бы потянуть немножечко время и забросить под конец большинства. Но лучше, когда захотите, короче. Конка, передача, бросок, касание. Передача Павелский, бросок, Ховард. Неплохо. Сигин. Закрепиться в зоне. Нет, передача сразу же и бросок Радулова. 5-2. Все-таки смогли реализовать это большинство. Забросили пятую шайбу и уже под себя.
строим игру. Вот после четвертой заброшенной шайбы все идет так, как мы хотим. Вот две подряд заброшенные шайбы Вашингтон немножечко нас приостановили, но все идет сейчас опять по нашей игре. Ну, посмотрим, что будет дальше. Осталось буквально-таки 15 минут на то, чтобы забросить три шайбы и сравнять счет Вашингтону, но вряд ли. Вряд ли они смогут. Но они, я думаю, будут очень сильно стараться. Радулов отлично ушел. Передача под бросок Бену не прошла. Бен! Будет ли хэт-трик? Передача Клинберг. Неплохо. Передача Радулов. Бен бросок, защитник. Ошек Кузнецов. Закрыли. Бен. Передача. И бросок. Перехват Бена. Ну, почему? Почему просто нельзя было перевести в дальний угол? Врана полетел. Врана бросок мимо ворот. Шайба где-то тут. Фух, повезло. Бен на синюю. И бросок. Накрывается Ховард. Ну, я могу сказать, что не сможет. Не сможет Вашингтон переломить ход игры. Все идет так, как мы хотим. Атаки за нами. Оборона за нами. Выигранные вбрасывания за нами. Осталось только Бену забросить третью шайбу. И тогда будет все. Отлично. Отбиваем. Не пропуская. Сможем ли? Взяли. Забирай. Выпустили вновь Бена. Может, Бен сможет хэт-трик сделать. Передача. Хейсканен. Неплохо. Неплохо разыграли. Минута остается. Вряд ли Бен сможет сделать хэт-трик. Но он до сих пор на площадке. Бросок Радулова. Голкипер. Тренер до последнего держит Бена на льду. И не хочет сбавлять оборотов. Передача Бена. Что это такое? Что это сейчас было? Закрыть угол. Оши, бросок. Взяли. Выиграем вбрасывание и немножечко потянуть бы время. Взяли. Отдаю. Что такое, судья? Что такое? Я же выбросил. Ну все. Уводим шайбу из своей зоны. Бен все-таки решается идти в атаку. Сигин не попадает. В створ, буквально-таки пустой угол, и была бы шайба в воротах. Паник, бросок. Заканчивается время игры, и мы с вами получаем просто шикарные оценки. А с плюсом за сейвы, четверочку за позицию, командная игра четверочка с плюсом, и общая оценка четверочка с плюсом. Отлично, это у нас получается 25 сейвов. 25 сейвов это шикарно, я могу сказать. Это больше, чем 0.91. Где-то так. 0.92% отбития. Ну, неплохо. Винись с вами во второй игре. Ну что, следующий матч у нас Монреаль Канадиенс. И давайте мы с вами посмотрим турнирную таблицу. Вообще, всю турнирную таблицу. Потом по бомбардирам пройдемся. Вся лига. Смотрим, где мы. Монреаль Канадиенс, как вы видите, вот они. А мы... Ну, ничего привычного. Необычного. Мы идем на 21 строчке. Это... Побед 12, поражений 12. Неплохо. Неплохо. Я могу вам сказать, это хороший результат. Так, лучше по очкам у нас, конечно же, Радулов. По голам Сигин. Ой. Сигин у нас лучше по голам. По голевым передачам Радулов. Вместе с Клинбергом делят эту позицию. Ну, это хорошо, когда вся команда может отличиться. Итак. 16 матчей у нас у Бишопа 14. Побед одинаково. Поражений у нас в 2 раза больше. Ну, прости. Прости, брат. 4-16. Как я уже говорил, что мы с вами в начале сезона очень плохо себя показали, напропускали очень много шайб. Сейчас нужно просто вылазить вот из этой попки и делать где-то 3-5 в среднем пропущенных шайб, иначе будет все очень плохо.
Но отбитые шайбы процент нужно дотягивать до 0,9. Это стандарт для меня. Всегда я стремлюсь именно вот к таким показателям. Ну, погнали. Погнали. Играем опять на выезде. Играем с довольно-таки сильной командой, которая неплохо стартовала. Ну, погнали, друзья. Погнали. Предыдущую игру очень хорошо начала наша атака. Посмотрим, что будет здесь. Бойсер. Опа. Бойсер. Взяли. Бросок добить. Что творит оборона и сам голкипер? Взял. Фух. Немножечко не понял, как шайба оказалась на пятаке. Но было очень опасно. Взял. Бросок не попадают. Бросок опять ловим. Но здесь можно быстренько отдать направо. Фролик. Ну, здесь шайба в воротах. Вебер. В касание с пятака переправляет шайбу в ворота. И это счет 1-0. Упустили Вебера. Два игрока было, и ни один из них не помешал Веберу нанести этот бросок. Обидно. Бен, шайба в зоне. Удаление будет 2 минуты. 2 минуты у нас есть на реализацию большинства. Давайте попробуем это сделать. Сравняем счет в первом же периоде. Это будет просто шикардосно. Игренное вбрасывание. Клинберг, бросок. Шайба где-то у наших игроков. Сигин. Бенс, неудобно. Добить Радулов. Еще бросок. Еще один. Ну, Прайс просто сумасшедший. На линии его вообще не переиграть. Рубится до последнего. Есть выигранное вбрасывание. Будет бросок. Хонки и штанга выручают сейчас Прайса. Сигин. Бросок. Точно в голкипера. Хотя был приоткрыт немножечко дальний угол ворот. Не опасно может получиться. Опасненько. Хорош силовой. Ну и пока 3 игрока. Можно начать хорошую атаку. Хинц. Передача есть к Канину. Хинц. Прайс. Просто сумасшедший. Еще раз повторюсь. Факса, передача на Хинца, бросок, нужен бросок, очень нужен бросок. Бросок, голкипер уже лежит, добить, шайба в воротах, все-таки. Как-то все-таки она туда заползла. Запихали. Теперь в обороне последние минуты. Период отыграть нужно. Факса одного прошел. Факса передача на Павелский. Павелский бросок в ближний угол. Голкипер. Бросок в ближний. Прайс такое не пускает. Прайс пускает только тогда, когда уже с мясом просто завозит шайбу. Закрыли. Ай, блин. На добивании первыми оказались игроки Монреаль Канадиенс. Татар. Нестареющий Татар. Забрасывает эту шайбу. Моя ошибка. Не в ту сторону откатился. И получил. Не дали бросить. Заканчивается первый период, все-таки мы его проигрываем 2-1, но сумасшедшая игра. 11-8 по броскам, но мы все-таки выступаем в счете. Погнали, погнали во второй период. Бросок, взял! Фу! И! Да как, Бен, ты сейчас просто уже был бы отыгран вратарь! Факса. Факса не дают бросить, удаление зарабатывает Факса. Не успеваю убежать, но 2 минуты заработаны. Отлично.
Прошла передачка! Ну же! Ой, как бы было красиво сейчас. Выиграли вбрасывание, бросок Бена. Ну вот сейчас проблема в том, что я нажимаю пас, а он не отдается. Бен, передача отличная, подбрасывается шайба. Прайс ее ловит в ловушку. Бен, бросок, штанга опять же. Да что ж такое? Бен, очередной бросок, в шлем попадаем, Прайс ловит. Бросок, накрыл, Прайс. Переправили шайбу. Отличная передача была сейчас. Радулав. Передача прошла. Бен переиграть. Да. Вот он, капитан. Красавчик. Отличная передача верхом от Радулова. Ну и посадив на щитки и Прайса, Бен здесь спокойно переиграл его. Аккуратненько. Отбили. Ну, накатывал он с синей линии неплохо. Доми. Сам будет бросать. Это было читаемо. Чайрот. Не дали бросить. 2 минуты до конца периода. А сможем ли мы забросить? А мы смогли, это Бен. Отличная передача на Бена. И Бен уже щелчком отправляет 9-ку эту шайбу. Фух, дубль очередной от Бена. И нужен хэт-трик. Передача и бросок. Красиво. Красиво разыграли. Бен отдал на синюю. Игрок накатил. Отдал передачу с дальнего пятака. Ну и... отлично здесь попал Бен. Аккуратно. Закрыл. Ну и все, последние секунды периода пошли. Мы с вами уже ведем 3-2 и можем довести эту игру до победы. Оставалось там только доиграть 1 секунду до перерыва. Но мы все-таки удалились. Да, бывает и такое. Заканчивается второй период. Мы с вами выигрываем 3-2. 21-15 по броскам. Все вроде хорошо, но вот это удаление у нас в конце периода, конечно, немножечко меня подкашивает. Но ничего, мы простоим, мы продержимся. Все будет хорошо. Алексеяк. Можно просто бросить поворотом. А он отдал хорошую передачу на пятак. Оттуда уже и бросили. Дадона, Вебер. Мешают мне вот эти вот отблески от света на льду. Очень яркие прожектора на этой арене. Дойсер. Доми. Закрыли угол ближний. Друин, Дадонов. Дадонов вошел в зону. Дадонов бросил! Добили. 3-3. Реализация большинства прошла успешно. Просто моментальное добивание. Как здесь реагировать на эту шайбу? Никто, видимо, не знает. Вот ли бросок? Бросок вот сейчас. Вот сейчас бросок добить! Ох ты! Та-та. Передача, рикошеты! Вебер наброс! Что это? Что это сейчас было? Господи, не перестает меня удивлять это НХЛ-то. Не перестает. Фролик, шайбу получил. Взяли. Фух. Дадонов. Дадонов, бросок. Где шайба? Под нами где-то. Нет.
Опа! Ну, здесь мы красиво сыграли. Хинс, передача не прошла. Петри. Додонов. Два в одного укатывают. Закрыли. Петри. Закрыли. Отдаю. Бросок! О, ну там Прайсу даже реагировать нужно было. Ну, эту шайбу просто она в него прилетела. Взял. 40 секунд. Доми. Да серьезно! Ну как так-то? Эх, Виктор, Виктор! Виктор Виктору забросил. Перед воротами! Иди в атаку. Забирай. Да уйди, мне там сесть надо. У Прайса шайба. 13 секунд. 13 секунд остается до конца игры. Мы проиграем 4-3. Если сейчас не забрасываем, то все. А мы забрасываем! 4-4! На добивании Павелски, хорош. Посмотрим на повторе. Бросок неплохой. И тут добить оставалось только. Фух, вот это да, вот это валидольчик в конце. 11-2 до конца игрового времени. Главное не пустить. А забросить можно. Все, заканчивается основное время матча. Отправляемся в овертайм. 28-28 по броскам. Вообще равная игра. Равнейшая. Равнее не бывает. Вебер. Бойс. Боссер. Офигеть, какая точность первым же броском. Ну, одно очко взяли. Одно очко взяли, это хорошо, но могли и больше. Мой косяк сейчас, наверное, был все-таки. Ближний угол, угол вратаря, но здесь просто точность броска такая, что фиг ее поймаешь. Фиг ее отобьешь. Обидно, досадно, но ладно, друзья. Увидимся с вами уже в понедельник. Всем спасибо за просмотр. Неплохие две игры у нас получились. Нужно тащить. Еще раз повторюсь, нужно выиграть. Поэтому поставьте лайкосик. Оставьте ваш комментарий. Обязательно, кто не подписан, подпишитесь. Ну и, конечно же, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать видосики. Всем спасибо, всем пока.